Друзья, всех приветствую на канале IT-Doc. Добро пожаловать! Хватит постоянно заряжать iPhone. Если вас уже достала низкая автономность, тогда смотрите видео, сделайте эти 5 простых рекомендаций, которые помогут значительно увеличить время жизни батареи на вашем iPhone. Перед тем, как начать, обязательно кликаем на колокольчик, зацениваем видео пальцем вверх и поехали! Да, ребята, заходите в наш Telegram, ссылку смотрите в описании. Здесь вы найдете много чего интересного, обещаю вам. Итак, как на iPhone увеличить автономность? Первое, переходим в настройки, основные, обновления контента. Все эти приложения постоянно обновляются в фоновом режиме и разряжают iPhone с гиперскоростью. Поэтому переводим переключатель в неактивное положение напротив неиспользуемых приложений. А еще лучше отключить обновление контента путем установки галочки напротив пункта «Выкл». Вторая рекомендация. Здесь же в настройках iPhone ищем Siri и поиск. В разделе «Предложения от Apple» отключаем все эти пункты. Третья рекомендация в настройках. Переходим в раздел «Конфиденциальность и безопасность». Службе геолокации, опускаемся в самый низ, системные службы. Отключаем геопредложение и геопредупреждение. А в разделе совершенствование продукта отключаем все. Следующий шаг, возвращаемся в службе геолокации и ограничиваем приложением доступ к месту положению. Для неиспользуемых приложений выбираем никогда, тем самым вы значительно увеличите автономность iPhone. И последняя, но очень важная настройка для увеличения времени жизни батареи iPhone. Отключаем Bluetooth и Wi-Fi, если вы их не используете, чтобы они не сканировали доступные устройства и сети, что значительно увеличивает потребление заряда аккумулятора iPhone. Вот и все. Такие простые и в то же время действенные советы помогут увеличить автономность iPhone. Обязательно жмем на колокольчик, оцениваем видео пальцем вверх. Делитесь в комментариях результатами. Надеюсь, что это видео было полезным. Всем желаю удачи и пока-пока!